спортсменки в школе — это как бы отдельная каста людей, которых ненавидят. Да. Меня путали с мальчиками. Которых нет. Просто приходила, сидела в айпаде. Честно, у меня было такое ощущение, то есть со мной, да, я приходила в новую школу, и со мной хотели подружиться реально ребята. А я просто приходила и думала, зачем мне это надо? Хотя ребята реально были хорошие, просто я была дура, извините. Я просто приходила, садилась так в телефон, в учебнике, работала на уроке, уходила. Даже ни привет никому не говорила. Одна садилась на парту, и все. У меня в школе за все 3 месяца, сколько я была в школе, из 11 лет, сколько я ходила. Ну, то есть я всю жизнь училась. Надо букварь, чтобы читать. Нет, я типа училась всегда с репетиторами. У меня были тренировки, мне было не до школы. Потом в какой-то момент я перешла в танцы. Первый сезон я точно каталась без партнера. И, значит, я ходила на второй, третий, четвертый уроки. Каждый день. Ну, это вообще по-божески. Да, да. И у меня все внимание от мальчиков, которое было, это меня монголоидом называли.